1000 студентов из 76 регионов России встретятся на финале конкурса «Твой ход» в Сочи 27 ноября. Самую большую команду представит Алтайский край. Это 49 участников, которые до этого стали полуфиналистами в Томске. «Твой ход» — это творчество, в первую очередь. Это креативные люди, это новые идеи, обмен опытом. Для меня «Твой ход» — это такая акция, которая дала возможность, во-первых, почувствовать себя, узнать о себе какие-то тонкости, покопаться. В завершающем испытании конкурсантам предстоит спроектировать университет будущего. Они распределятся по 8 факультетам – карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. В командах участники будут работать над решениями важных проблем для современной молодежи и российских университетов. Жюри выберут 200 человек, которые получат премии в размере 1 000 000 рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Для меня опыт заключался в том, что я работала с людьми, совершенно незнакомыми мне. Если бы у меня была в самом деле возможность тратить деньги на то, что я хочу, конечно же, в первую очередь я купила бы себе всю технику, которая необходима для обучения. Полуфинальное испытание оценю, наверное, следующим образом. Показалось довольно необычное. Я научился в первую очередь слушать людей. У меня теперь появились друзья из Барнаула, Томска и Новосибирска. Я хочу потратить выигранные мной деньги на реализацию стартапа своего по одежде. К слову, «Твой ход» в нашей стране прошел впервые. Его организаторами стали платформа «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования. А вот новый сезон конкурса стартует в марте 2022 года. На него смогут регистрироваться не только нынешние студенты, но и выпускники школ. Анна Рашагирова, «День с толком».